Сегодня в Чебоксарах стартовал зимний этап фестиваля сдачи норм ГТО, посвященный 85-летию отечественного комплекса. Известно, что в ГТО несколько ступеней и дисциплин. Сегодня участники бегали на лыжах. Насколько будущие выпускники готовы к труду и обороне, выяснила наша съемочная группа. Обулись в лыжные ботинки, встали на лыжи и на старт. За дополнительными баллами. Ведь данные нормативы включаются во Всероссийскую базу физкультурно-спортивного комплекса ГТО и учитываются при поступлении в вузы. Около 500 одиннадцатиклассников, предварительно зарегистрировавшись на портале ГТО и получив идентификационный номер, должны преодолеть лыжную дистанцию в 3,5 километров. Думал, что будет тяжелее ехать, но в принципе нормально, терпимо. Но раньше занимался, сейчас реже занимаюсь, потому что сейчас ЕГЭ, там экзамены сдавать надо, поэтому. Но для многих все оказалось гораздо сложнее, чем они могли предполагать. Причина тому – погодные условия, которые совсем не побаловали лыжников в этом сезоне. По словам тренера Республиканского центра зимних видов спорта Михаила Игнатьева, если бы этап прошел на 3 недели позже, результаты были бы лучше. Ведь многие участники действительно встали на лыжи первый раз за зиму. Больше времени подготовиться будет у тех, кому еще только предстоит сдача норматива. А это более 2000 выпускников чебоксарских школ. Мы планируем, что в течение зимы мы проведем порядка 3-4 сдач на лыжи для того, чтобы пропустить всех выпускников школ. И хочется сказать, что сегодня здесь присутствуют те, кто зарегистрирован на портале, и которым результаты идут действительно в сдачу. Почему мы решили начать с выпускников? Именно потому, что основной момент – это поступление в высшие учебные заведения. Определены примерные нормативы, количество баллов, которые выпускник получает при поступлении в ВУЗ. Чтобы завершить дистанцию на 3 километра золотым знаком отличия, девочки должны показать время не более 17,5 минут. Золотой норматив 5-километрового расстояния мальчиков – 23 минуты 40 секунд. Следующий этап бега на лыжах пройдет 28 января. Екатерина Абрамова, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов, Республика.